Вот сейчас выходим на центральную улицу Керчи. Улица Ленина. Олег Владимирович посадил здесь деревья. За несколько лет они такую крону создали вообще. Очень круто. Здесь-то поля, все вздыблены, асфальт был. Но это он постарался. Олег Владимирович Осадчий. И архитектор Сальников. Вот лестница, которую почти никто не снимает. Вторая Митридатская. Она небольшая, но имеет огромное значение для керчан, живущих наверху, на Митридате. Бывший кинотеатр «Пионер». Сейчас армянская церковь здесь. Это улица уже Театральная называется, Дворянская бывшая. Сейчас у нас уже жарко, и тень так радует. Улица Ленина, Керчь. Керченские дурачки. Постоянно бегает, кричит, что-то орет. Чуть ненормальный человек.
люди улыбаются, ходят.